Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Сегодня состоятся матчи 1/16 финала Кубка области. За Смолском хозяин поля «Труд» принимает команду «Металлург» город Выкса. Судят сегодняшнюю встречу судья в поле Зрилин Владимир, судья первой категории. Помощники на линиях. Серов Евгений, судья первой категории. И Лошков Николай, судья первой категории. Вся бригада из города Кулебаки. Смотри, 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 см
Да, 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 да.
Yeah.
Футболисты «Металлурга» открывают счет сегодняшнего матча. Мяч в ворота труда забил игрок под номером 2 Агеев Игорь.
Труд сравнивает счет сегодняшнего матча. В спокойном таконе ситуации Илья Мялки распорядился мячом. Молодец. 1-1.